Тома, давно хотел пригласить тебя в спортбар «Легат». Здесь мы с друзьями частенько смотрели матчи Лиги Чемпионов в прямом эфире. Ну а сейчас, каждый вечер здесь можно смотреть кино, пока нет футбольных матчей. В прошлом году у нас прошел первый фестиваль красок Holy Fest. Конечно, помню. Мало того, сегодня у нас в гостях будут организаторы этого фестиваля. Да, но об этом чуть позже, не раскрываю всех секретов. Так вот, до нового фестиваля остается один день, но я знаю точно, что уже все готово, и нас ждет масса сюрпризов. Про фестиваль тому мы поговорим с нашими гостями. Сейчас самое время рассказать, что у нас в клубной жизни. В арт-клубе Infinity будет виски-вечеринка и выступление группы Wild Honey. Уже сегодня. Артем, ну вот ты все про свою клубную жизнь, да, клубную жизнь. Ну а как же? Где тусить молодым людям? Ну, молодым людям, слава богу, у нас есть куда пойти, где потусить. А у меня есть мероприятие для старшего поколения. Ты знал, что к нам приезжает Надежда Кадышева? 1 июля 19:00 в концертном зале Сугу пройдет ее концерт. Оказывается, она не только по Золотому кольцу России, еще и на Кавказ. Да. Супер. Я не могу не сказать про самый лучший танцпол нашего города. Клуб 49 дарит каждые выходные нам незабываемое впечатление во главе с Ромой Бергером и диджеем Богазом. А еще у меня есть интересная новость для тебя. Ты же увлекаешься психологией вроде бы. Литературная гостиная 27 июня пройдет клуб любителей психологии «Вкус жизни». Ой, супер, как раз мне нужен психолог после тяжелого рабочего дня. Во всех кинотеатрах продолжается премьера фильма «Тед 2», ну а со 2 июля стартует новый «Терминатор», и Арнольд Шварценеггер вновь будет играть главную роль. Я обязательно посмотрю. Я смотрю на каждого из вас и вижу отголоски этой долгой и страшной войны. Если мы погибнем сегодня, человечество умрет вместе с нами. Машины отправили терминатора в прошлое до начала войны, чтобы убить мою мать, Сару Коннор. Сэр, позвольте мне спасти ее. То, что ты сейчас делаешь, положит конец войне. В прошлом, куда ты отправляешься, она была слабой и запуганной. Позаботься о ней за меня, Кайл. Пойдем, если хочешь жить. Быстрее, солдат! Ты ошибаешься. Джон послал меня спасти тебя. От терминатора, которого отправили убить, меня знаю. Но мы с ним уже разобрались. Мы? Я ждал тебя. Время, в которое Джон отправил тебя, больше не существует. Все изменилось. Мы можем предотвратить судный день. Беги! Где он? Что? Сегодня у нас в гостях организаторы первого фестиваля красок Holy Fest. Диана Плива и Иристон Абаев. Привет. Привет, ребята. И первый вопрос. Как вообще появилась идея этого фестиваля Holy Fest? Ну, вообще, конкретно в наши головы она зашла от нашего очень хорошего друга, сверхэнергичного. Эта девочка живет в Сургуте, Нати Габозова. Ну и как бы лично меня в прошлый первый раз она как бы убедила, что народ у нас уже готов,
что в принципе уже можно как бы это провести, и очень даже превосходно это получится. Как бы. И уверенность пошатнула и нас тоже, и мы как-то начали. Вы ожидали, что столько людей откликнется, и что фестиваль так пройдет достаточно масштабно? Ну, нет, нам, как мы не ожидали, но в принципе я всегда верила, что молодежь республики очень креативная. Ну, это очень креативное мероприятие, потому в прошлом году мы собрали более 600 зрителей, в этом году претендуем на 800 тысяч. Ничего себе. Ну, энергетика на нем реально была потрясающая. Все, кто были, рассказывают, что таких эмоций не испытывали практически, ну, никогда. Даже люди, которые участвовали непосредственно, диджеи, ребята, они говорят, что это были потрясающие эмоции. Вы знали, что так будет? Или же вот это, ну, у вас было запланировано это все? Мои сомнения пропали, когда ребята, вот Иллинойс группа, когда они начали, да, вот, они сразу показали свой настрой, сразу показали, ну, энергетику, которую они с собой туда принесли. И буквально с первой же песни они вот зарядили всю молодежь, кто там находилась. И в процессе уже стало понятно, что даже кто находится рядом, да, он тоже раскрепостится и по-любому займется тем же самым. То, что прошлый фестиваль удался, не секрет. А этот фестиваль, какие новые сюрпризы, что новенького будет? Пусть Диана о новеньком расскажет. В этом году, помимо упомянутого Иристоном Иллинойса, у нас будет и Миша Дзил, очень крутой рэпер. И будет молодое дарование Малхасти Дишвили. И будет очень хороший рэпер, это Рома Бергер, вы все знаете. Тот же самый, в прошлом году, что у нас был Вова Газаев, Вагаз. То есть в прошлом году ребята были буквально в восторге от него. Я сама в восторге от этого диджея. Я безмерно ему благодарна. И благодарна всем людям, всем артистам, которые приняли участие в нашем фестивале. В этом году будут батлы, танцевальные номера, будут рисовать мехенди, будет аквагрим. И по времени, да, больше будет проходить? 4 часа. 4 часа, да, по времени. В этом году мероприятие затронут 4 часа. Это будет 6 до 10. А раскройте секрет, где будет проходить праздник? Мероприятие будет проходить на набережной Кисаева, Жар птица. В прошлом году это вот мы, вот в прошлом году очень круто его провели там, решили в этом году также провести его вот именно там. Будут все условия для того, чтобы молодежь отдыхала, в связи с тем, что мы приурочили это мероприятие ко Дню молодежи, это будет 27 июня. Мы будем рады всем тем, кто откликнется на нас, кто придет потусить с нами, поиграть с нами, повеселиться с нами. Ну, мы тоже. Мы придем. А где можно будет приобрести краски? Непосредственно, да? Краски непосредственно будут приобретаться на территории фестиваля. Также до фестиваля почти за месяц мы продавали купоны. Купоны были недорогие, порядка 150 рублей. Один купон – это 100 грамм краски. Краски Холли в этом году будут яркими, насыщенными, интересными. Весь город раскрасится, да? Мы постараемся. Но краски натуральные, насколько я знаю, да? А из чего? Вот вы говорите, из кукурузы они делаются? А как придают им цвета, интересно? Вообще очень интересно про краски. Это вот кукуруза, совмещенная с цветами лотос, то есть вот цветы, вот именно тон цветка дает. Ну, самое главное, что они безвредные или коадаптируются, наверное. А как вы считаете, планируете ли сделать фестиваль «Добрая традиция» на Владикавказе? Обязательно, обязательно. Я думаю, это как раз то мероприятие, которое на лицах людей, наверное, в душе людской может оставить что-то положительное, о котором на протяжении того же года, ожидая это мероприятие, еще раз человек может кормиться какими-то воспоминаниями приятными, полезными. Ну, помимо того, что просто отлично провести время, повеселиться с друзьями. Необычно. Ну, как бы я тебя закидал. Приходите, у нас будет возможность. Наверное, будет. июня. 16:00. Очень жду вас на фестивале красок, втором в республике. Будет очень весело, будет интересно. Программа очень насыщенная. Жду вас. Приходите, пожалуйста. Обязательно.